«Остановите агрессию Армении». На улицах канадского города Торонто прозвучали призывы положить конец убийству гражданского населения. Вызваны они страшными событиями, произошедшими в ночь с 16 на 17 октября в городе Гянджа, когда ракетному обстрелу со стороны армянской армии подверглись дома мирных граждан. Ни один азербайджанец не остался равнодушным к произошедшей той роковой ночью трагедии. В этой связи они организовали акцию против терроризма со стороны Армении. Протестующие выступали с лозунгами «Карабах – это Азербайджан. Не поддерживайте страну оккупанта». Перед зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке также была организована акция. Намеренное убийство маленьких детей и женщин противоречит Женевским конвенциям. Участники акции требовали, чтобы против агрессорской политики Армении приняли соответствующие меры. На плакатах людей были слова «Армения, соблюдай резолюции ООН». Акции против агрессивной политики Армении прошли в ряде городов США. Один из них был в городе Атланта, недалеко от штаб-квартиры CNN. Как рассказывает участник акции Руфат Надыр, главное для протестующих было призвать международную общественность услышать правый голос Азербайджана и показать нерушимый дух и силу азербайджанского народа. Мы принесли все плакаты, постеры, отражающие нашу позицию, чтобы показать агрессию Армении, показать трагедию Гянджи. Затем мы прошли шествием вокруг здания CNN и уже на другой стороне на площади еще один митинг организовали. Затем как бы спонтанно так возникла идея, что давайте устроим еще автопробег. И где-то машин 20-25, наверное, которые люди приехали туда, просто украсили наши автомобили флагами и проехали по улицам Атланты. И это даже получилось еще более зрелищнее, еще более привлекло еще больше внимания. Тем временем государственный гимн Азербайджана исполнили соотечественники в Гааге. Акция в Нидерландах была организована азербайджанской общиной. Участники провели акцию в Гааге на трех языках – азербайджанском, голландском и английском. Мы хотели бы, чтобы в центре Нидерландов, то есть в центре Европы, где является международный суд, где есть трибуналы, которые именно таких людей, как Пашинян и его государство, таких именно людей они пресекают к суду. Мы были окружены не только своими людьми, то есть не только азербайджанцами, но и местное население было там. Все было очень хорошо скоммуницировано, коммуникация была отличная. В руках выступающие держали фотографии жертв кянджинских событий. Участники акции решительно осудили совершенные вооруженными силами Армении акты вандализма в Гянже и других населенных пунктах Азербайджана. Нигяр Рахманова, CBC.